Сарове стартует прием заявок на пилотный конкурс проектов «Солидарные сообщества». Его проводит Нижегородская региональная общественная организация «Содействие социальному развитию. Служение Next» по инициативе благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Проекты, нацеленные на решение социально значимых проблем и определение точек роста, будут создавать в трех регионах – Архангельской, Нижегородской областях и Пермском крае. Конкурс будет проводить в два этапа. На первом этапе будут отобраны наиболее интересные проекты, и экспертная группа будет дорабатывать эти проекты вместе с создателями до проектов, которые будут участвовать в полуфинале конкурса. На втором этапе сформируют бюджет, необходимый для реализации отобранных проектов. Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, инициативные группы, а также государственные и муниципальные учреждения. В отборе проектов будут принимать участие эксперты, которые будут давать советы для участников этого конкурса. И победители конкурса получат не только рекомендации экспертов, но и ресурсное обеспечение на реализацию своих проектов в размере до 500 тысяч рублей. Положение конкурса размещено на сайте www.sonka-nn.ru. Заявки принимают в электронном формате до 15 февраля включительно. Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по телефону 7999-120-1465. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.